Привет, стратегия! С вами, как всегда, консул. Продолжаем мы нашу кампанию Зарвернов во втором Риме на легенде с модом по тесту с Ультиморатио. Усаживайтесь поудобнее, набирайте чайку. Всем вам приятного просмотра. Итак, в прошлой серии опять прилетели тут войска Адрийского царства. Опять они понабрали себе серьезных бойцов. И автобой показывает, что сейчас мне нахлобучат. Ну, уже по опыту знаю, может это быть... и реальностью, то что у меня они уже брали, правда с побитым стеком, но это поселение они у меня забирали. Поэтому пойдемте сразимся, посмотрим, что у нас получится, и встретимся уже на поле боя. Итак, ребятки, сухая погода, занял я опять оборону в центре, снова собрал вот этих бедных бомжей, которые пойдут в обход, также кавалерия моя пойдет в обход, но чуть позже, наверное. Прощу тоже пока замаскирую вместе с генералом. Когда они вот здесь вот пролезут, то я начну обходные маневры. Немножко подускорим, но здесь, как всегда, ямы, шипы, там все, что можно, все, что есть у меня в арсенале, расставил. Они обычно прут вот отсюда. Поэтому мы отсюда их встречать и будем. Так он уже кавалерия несется. Так, лучников что-то далековато поставил. Давайте ближе подтянем. Так, остальные вроде подходят, да? Это еще булыжники какие-то лежат, оказывается. Подкрадывайся. Так, конницу возвращаем. Тут ребята решили нас атаковать, похоже. С этой стороны я никакой обороны абсолютно не поставил. Как-то у нас жесткая перестрелка идет. Режим обороны. Поехали. Там еще и прыща по нему накидывают, что ли? Да он собрался, вопрос. За застрелами моим, похоже. А нет. Упираем. Заходи. Проходи сюда. Ну, за этих я сильно не боюсь. Так, здесь командующий убивается об поле, да? И не убивается. Не, не убивается, что-то смотри. Так, тут дела. Конницу добили? Добили. Так, прачники, где они у меня? Вот они. Продвигаемся в эту сторону. Лучники, вот этих накройте, ребят. Так, против кавалерии действуем. Чё у них тут за столпотворение такое? Непонятное. Так, кавалерия моя живая? Живая, нормально. Отходи. Эх, не в ту сторону пошли. Так, пока один отряд сюда выдвинул. Так, конницу почти сложили. Это сколько песенку. Во, нормально. Твоя основная задача. Сюда. Все огонь. Конница в эту сторону. Генерал сюда. Так, на обходных маневров, похоже, не будет. Поэтому разворачиваемся. Так, тут у меня гарнизон держится, как не в себя. И не побушуй. Так, а здесь ребята что-то не собираются разбегаться, как я погляжу. Не гоняй. Конница подходит. Вражеский военачальник убит. Да неужели не прошло и полгода? Так, мои бомжи тут
Огребают под щит, ну, на себя ребят отвлекают, какие-то там потери наносят, уже неплохо. Лучники. Накрываем вот этого товарища. Этих тоже накрываем. Так, иди-ка сюда. Врубайся от этих. И ты тоже. Так, стоим. Держимся. Так, здесь вроде разогнали, ребят. Уже неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно стреляют. Отход. Стоим. Стреляй в упор. Здесь продолжается какая-то жесткая перестрелка у ребят. Кого-то даже подстрелили, да? Стоим, держимся. Гони их вон туда. Здесь их уже ждут. Наемных лучников понабрали тут себе, понимаешь. Здрасте. Так, все, у меня там закончились пацаны, да? А здесь они стоят, и им по барабану на все, да? Врубайся. То же самое. Ближний бой всем. А то так стоять толпой смысла нет, я смотрю. Ух ты, провтыкал. Выманивай их на себя. Генерал сюда. Давай, 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 давай. Так, там закончили, отошли. Так, вот этих двоих. Обход. Контратаку. Песенки поем. Заходим. Еще отряд кавалерии. Да, достается. Достается мне довольно-таки серьезно. На нашего военачальника напали. Еще не напали. Везди. Да, и кого у него какая-то жесткая, смотри-ка. Входи. Сюда продвигайся. Копейщик, иди помоги им. Отошли. Накрывай вот этих. Есть контакт. Так, с этими лучше пока не связываться. Врачники ближе. Заходим. Давай сюда, раз туда не достаешь. Еще подходи. А пехота моя вообще никак не держит.
Кого-нибудь нарежут сегодня, нет? Так, надо конницу в прикрытие отправить. Вернулись, пошли сюда. Огонь. Давай, 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 залпы. Вот. Другое дело. То же самое. Стена. Неплохо. Прилетает? Как прилетает? Петь песенку. Давай, давай, выманивай. Врубайся. Пол отряда уже нет, нормально. Хорош. Здесь как дела? Перестреляют они сегодня? Да неужели? Есть контакт, ближе подходим. Крашник сюда. Куда-нибудь. Центр пока еще стоит. У всех патроны есть. До этого накрой. Их даже, смотри, шипы не было. Ты шипы, пули стояли, а им по барабану. Так, никого не забыл. Так, возвращайся в бой. Вот этих накрываем. Или он передумал, он передумал. Давай сюда. Жуткая пехота у них прям. Не передумали. Так, нравится, я смотрю. Моим, правда, тоже. Мой!
naked warriors! Understood. Slingers! We'll kill them all! Ready! Ближе подходи. Желательно вот сюда куда-нибудь. Боевой дух сбить. Хоть немного. Ага, чекуете? Передовая пехота песенки может петь? Может. А где он вообще? А, он вообще хрен его знает где. Они уже отвалить успели. Давай, разбегайся. Сюда. Сюда. Как эти не атакуют. Тут вообще под перекрестным огнем стоят элитные бойцы. Врачники с двух сторон их поливают. Нормально живем. Так, ты где? Бьешься? Давай на пол. Погоди. Не, не хотят. Стали. Какие жуткие ребята, а? Тверку. Так, держимся, это самое главное. Песенку поем. Сюда отряд перекидываем. Не бегай, встань назад. Погоди, вот так вот встанем. Шли. Ты вот этим ребятам бьем. Сюда. На помощь. Так, здесь Коля снесли, да, все снесли. Ход. В случае чего. Заходим. А мне вот здесь вот в тыл не ударить. Не ударить мне тут в тыл. Во, все-таки очканули, да? Обалдеть. Ух и товарищи, однако. С горем пополам, блин. Ладно, кого поймаю, добью. Добить их очень важно. И встретимся на глобале. Тяжелая победа, друзья мои. Досталось мне серьезно. Про гарнизон вообще молчу. 1700 дают. The spirits have noticed that I...
Дочка опять выросла. Друга. Минус 4000 денег, обалдеть. Хотя, ладно, в принципе. Сколько нам один такой вот товарищ приносит? Более 6. А второй? Еще 9000, нормально. Так что живем. Так, что у нас здесь? 13. Давайте одного вот этого куда-нибудь посылать будем. По очереди. Остальные, ладно, бог с ними. Так, дочка у нас где-то там достигла совершеннолетия. Где она есть-то? Вот это, наверное. Гильве там сгоняй. Так, остальные все вроде бы нормально, да? Да, замечательно. А у тебя там как? А, ну он женат на представительнице нашей семьи, поэтому нормально все. Римляне потеряли, Потавий. Все же. Сколько у тебя там еще? Еще два хода, блин, долго. У этого есть пополнение. Добьешь? Не добьет, еще и в засаду может угодить, да? Так, займись-ка делом. Тактика. Боевой дух. Так, а ты при всем желании сюда не добежишь, да? А, не добежит. Давай. Встаем. А ты при всей своей сноровке вали обратно. Недолага ты наш побитый. А здесь как дела? Два хода. Хреновенько. Пока что. Так, и здесь у меня потерь немерено. Так, ладно. Ходим пока. Желательно даже на ускоренном. Нужно восстанавливаться. Здесь меня хотя бы бои прикрывают, уже радуют. Так, больше у них тут большого количества воинов-то не видать нигде, да? Замечательно. Так, давайте пробежимся по строительству, посмотрим, что у меня тут интересного где-нибудь есть, вообще нет. Так, ну здесь это не обязательно пока. Призыв союзников. Давайте поставим. Панония. Что надо изучить? А, еще не скоро, да? В принципе, санитария есть, ладно, пока сойдет. Здесь. В Испании. В Испании, я думаю, надо все-таки будет укрепляться. Давайте здесь оружие, кстати, поставим. Эту хрень. Вот эту хрень. Так, Нижняя Британия. Ой, Британия, говорю, Германия. Поставлю. Грязь и нищета. И роста нету никакого, да? Слов совсем. Коррупция 3%, штраф, доход. Замедляет численность, снижение рабов. А что у меня по рабам-то, кстати? А у меня их и так нету, да? Надо в рабство брать хотя бы. Налоговая ставка. 35%. Общественный порядок минус 3. Переселение. Во. Рост ставим. Здесь я, наверное, тоже рост поставлю. Так. Лузитания, ладно, так сойдет. Писонти, Белгика. Во. Что полезного поставить здесь можно? Портал ремесленников поставим. Здесь мне тоже поселение подогнали, я так ничего с ними не сделал, да? Так, здесь смотрел. Так, Испания. Давайте тогда тут все отстроим. 7000 денег. Все, и больше пока
Лишнего потратить не могу. Так, этими ребятами я деньги скоммуниздил. Дипломатии пробежаться. Может, что-нибудь интересное найдем. Боспор, здрасте. Нейтрален. Торговать не хочет, а если погодим? Да, блин, не то. Торговая. Я тебе вот столько денег дам. Сойдет. 310. Да, ну, не скоро отобьется, конечно. Дальше. Так, с этими уже нет смысла разговаривать. Уж. Ты мира там не хочешь? Нет, не хочет. Ну, мне и так друзей дофига, поэтому, наверное, не хочет. На батарец тоже вряд ли. Может, кто денег подкинет? Нет, не хотят. Торгам. Торговая. О, деньги вернем. Частично, по крайней мере. Пираты. Мало меня интересуют. Римляне, может, помиримся, не? Нет, не хотят. Ни в какую. Телевки ко мне тоже не очень хорошо относятся. А как у нас там по доходу? 239. Ну, не так уж и, много. Так, ладно, здесь сманеврировали, там походили, тут приготовились. Два хода ждем наем здесь. Здесь я вообще молчу, сколько-то. О, еще 5 ходов. Ждать и ждать. Двинули дальше. Римляне что-то даже не это самое, даже не подумали. Сразу сдали ход. Ни в атаку, ни в контратаку, ни в какую сторону не пошли. Так, ну ждем Адрийское царство. С ним у нас идут активные боевые действия уже сколько времени. Сейчас, наверное, еще откуда-нибудь кого-нибудь притащат. Так, на батарейцы отошли. Решили прекратить пока наступление, да? О, пираты убились. Куда несет Коситанов? Вопрос большущий. Покушение. Наймем телохранителей. Так, где что у нас? Усадника притащили. Тактика. Тоже сойдет. А денег-то нету. Деньги скоммунизили, похоже. Рим, я знаю, ты нам поможешь. Гильветы, смотри, забрали. Забрались, блин, куда? Так, продолжаем в том же духе. Значит, копим деньги пока. Хоть немного. Дальше. У тебя пополнения пока нету? Пока пополнения нету. Так, занимай оборону в поселении. Так, есть пополнение, нормально. Залетаем сюда. Стоим, курим. Так, ты тоже сюда побежали. А он не восстанавливается пока. А жаль. Здесь восстановления нету. Дрисы разбежались кто куда, да? Бронительные войска имеются. Римляне, ты смотри. Легион начали собирать. Так, еще ход царской армии восстанавливается. Дальше. Ну, у нас наследник, наверное, долго будет восстанавливаться, да? Если я вот этих кучу соберу, смогу нанять кого? Два хода. Два хода. Еще одного. Хотя... Так, одного присягнувшего, одного вот этого. Копья в кучу.
Есть у меня еще копейщики здесь, да, вот они. Знатные копейщики. Вот знатных и возьму отряд. Отборные есть, знатные есть. Так, ну-ка, здесь нету отборных. А отборные есть, но не могу нанять их пока. Два хода. Пополнение, восстановление армии наследника и ход на подготовку армии царя. Получается два хода и две у нас топовые армии могут, в принципе, начать наступление. Но пока стоим, курим. Я, наверное, без записи тут пока ходы эти поздаю. Если будет какая-то движуха, то я, естественно, включусь. Если ничего такого интересного, то дождусь, когда вот эти ребята соберутся, и тогда продолжим. Итак, друзья мои, я вроде бы подготовился, значит, восстановил все войска. В принципе, у меня почти все готовы. Что-то у царя у меня отряда не хватает. А, мне тут кто-то, похоже, разлад замутил. Не хватает одного отряда. Здесь просто вон ползает воительница вражеская. Так, а я смогу с ней что-нибудь сделать? Нет, ничего я не смогу с ней сделать. Не качался я на эту тему. Итак, наш наследник. Бери в осаду. Легкая осадная башня. Ну давай хоть такую. Ран давай. Все, держим в осаде. Дальше. Вы, сударь. Отгоните скородисков мятежников. А, они не отгоняют сюда они вообще ни в какую. А я-то надеялся, что они немножко отступят. Будет нам счастье. Рабство возьмем. Так, ближе подхожу, всеми силами. Так, на грабеж встану. Вот здесь вот могу спокойно встать. Все, стоим, грабим, там тишина. Я туда отправил наших союзников. Так, и закончился набор у нас вот здесь. Полностью армия, в принципе, готова. Давайте все-таки газу до отказу отправлю их все-таки на помощь в Африку. Пускай они там на батыцев погоняют немного и помогут Египту. Так, в осаду взяли 42 тысячи. Так, ну стройка у нас здесь пока идет. Здесь что у нас? Давайте вот это вот поставим. Порядка нету. Слов совсем. Так, ну-ка, добеги вот до сюда. Тоже на грабеж. Так, этого не могу поставить на грабеж. В целом, если что, я ему тут какого-нибудь наемника возьму дополнительного, лучника, например, чтобы порастреливать вражеский гарнизон. Так, а где же остальные части-то Адрийского царства, вопрос? А вон они стоят, набираются. Ну, пущай пока набираются, два хода нам нужно для того, чтобы взять Сингендун. Так, прокачка, стоять бояться. Прокачка. Так, давай на похищение пищи ищем. Так, а здесь у меня как дела? 0-10. Так, заслать надо кого-нибудь куда-нибудь. Давай тебя. К Далматам сходи. Так, еще попробую вот этого товарища заслать в Карфаген. А вдруг? А вдруг что-нибудь подкинут? Так, 21 тысяча, нормально. Поехали вперед. Так, ну никакой контратаки. Щедрую дань нам притащили и предали нас, к сожалению, да? Тайные агенты пораскрывались. Восстание, говорит, неминуемо. Так, если ты на грабеж еще встанешь до полного счастья, 2,5. Так, еще ход, и будет готов таран у нас, в принципе, да? Ну и, в принципе, ждем тогда еще ход. Здесь восстание, говорят, неминуемо. А как у меня там гарнизон? Ужил, нет? Да не особо. Не особо он ужил. Все равно будет восстание. Все, стой пока там. Так, бабки. Не забудь коммунизить бабки. Важно это для нашей экономики на данный момент. Все, стоим. Тут, кстати, похоже, не один я тырю-то бабки. Тут каких агентов, каких фракций только нету.
здесь возле Рима тоже так нормально народу ползало, вот тоже сановница ходит. Римляне нехило так содержат армии. Так, оттуда бы он никто не прискакал. Надо будет туда разведку отправить. У меня тут нету агентов. Нет, тут у меня агента, к сожалению, нету. Ну-ка, добеги, посмотри, что там интересного. Так, войска. Здесь тишина. Здесь. Давай займись делом. Так, а где у меня еще один? А вот он. До греков дойдем. В Афинах тусуются. Здесь римляне, да? Спартанцы-то вообще живые еще, нет? Да, живые, кстати. Спартанцы еще живые. Греческая культура. Так, ну еще ход сдаем тогда. Так, двинули наши пацаны в Африку. Африканский такой экспедиционный корпус. Так, и тишина. Союзники мои пойдут в осаду. Я их там направил на Сингендун, по-моему. Или не Сингендун. Куда-то, короче, в Дакию я их там отправил. Возьмут ли они там в осаду поселение или будут тусоваться рядом стоять. Так, куш. Армения, что-то задумалась. Там бы Бактрия как-нибудь общие границы с нами заимела, было бы прикольно. Они там зеленые, как не в себя, вот торговать жалко не могут. Так, Адрийское царство, здрасте. Так, отходит. Рим, говорит, на помощь не идет. Печаль, беда. Так, Лигурия приперлась, да ладно. Маркоманов вообще непонятно куда несет. Так, слияние культур. Порабощение давай. Восстание это я видел. Аквинкум. Следование завершено. Задание там как обычно. Так, здесь нормально все. Вот здесь надо поизучаться еще. Невольничьи рынки, все дела. Заключен союз Далматы Коситаны. Ладно, пущай. Пущай заключают. Так, что есть смысл-то? Нет, смысла нету. Если еще одно войско подтянуть, то вообще там жутко будет. Так, 5700. Разрушить до основания. Разграбить. Первым делом. Военные традиции. Империя подросла. Можно еще сановника взять. Замечательно. Так, подснос. 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 Все подснос. Ты что, твоей бабушке подснос? Так, хорош грабить свою территорию, алло. Так, подкачался под товарищ. Обоз качаем. Где еще кто? А во. Тоже товарищ подкачался. Барда давайте ему качнем. Шанс ранить агента тоже возьмем. 19 отрядов кавалерии бы отрядик. Денег надо быть хорошие. И ладно, пока так сойдет. Так, деньги. Деньги, деньги, деньги. Берем бабло. Само собой. Так, кельтская культура. Так, этот товарищ что-то особо не торопится, я смотрю. В атаку идти. Так, ну пускай он там поднаберется, потом я им займусь. Вы тогда, сударь, руки в ноги, хотя не руки в ноги, в обычном режиме. Отправляйтесь на помощь боем. Здесь нас вроде не обойдут нигде. Так, теперь по морю, что там у нас? Как дела? Так, как бы тебя тут так провести-то? Чтоб ты потери лишних не нес.
Короче, задача вот сюда притащиться. У меня, кстати, есть право прохода с Карфагеном. Да, есть, нормально. Нормально. Так, здесь как дела? 15, вот неугомонные черти. Иди в Карфаген сходи. Может немножко хоть угомониться. 60 тысяч денег. Так, и что-то я еще хотел. Что же я хотел-то? А, там я двинулся. А, вспомнил, сановника нанять я хотел. Сейчас так, такая пьянка пошла. Насаждение культуры. Эдикт. Стоимость выполнения действий минус 5. Культурное насаждение плюс 1. Давайте вот эту мадам возьмем. Пускай будет пока. Так, пища вроде есть, все у нас замечательно. С этим делом там и продвинулись. Здесь Адриское царство куда-то отходит. У них здесь последнее поселение. Так, а где у них столица? В Пелле. Ну-ка, сбегай в Пеллу. Там он в обход пошел. В Пелле нет никто. Все, стой, кури. В Афинах тоже ребят стоят. Ну и в Ларисе, возможно, кто-то есть. Еще ходик сдаем. А, эдикт, погодите-ка. Раз эдикт, то давайте, наверное. Рабы-то есть тут? О, 20%. Давай продадим рабов тогда. Двинули дальше. Так, там тишина. Странно, что будет, там еще ничего не забрали. Так, Рим стоит, скучает. Союзникам своим не помогает. Паттайю у него отжали, даже в контратаку не пошел пока. Интересные делишки. Так, вот это правильно, да. Тормозить его надо. Уж продолжает движение. Тело отходит. Вступить в войну хочешь? Слабоценцами. Давай, вступай. Как бы сказал, дай денег, да? Так, маркоманы что-то передумали. Рабы восстали. Успешная дипломатия. Вот этого я долго ждал. Новый Карфаген. Союз распался, Кипа Спарта. Наш тайный агент раскрыт. Раскрыт, родился, понятно. Новый Карфаген, собственно. Перестраиваем. Что это такое вообще? Афон порт. Что дает мне этот порт? Вопросец. Разбойничий порт. Вот разбойничий порт был бы неплохо. Так. Подснос. Туда же. Общественный рынок. Доход 320. Число разбойников плюс 5. Рощу бардов поставлю. Пища минус 3, общественный порядок, доход 210, беспорядки минус 3, оставлю. Пусть будет. Пусть будет. Давайте, ладно, общественный рынок поставлю пока. Так, вот уже неплохо. Так, сколько мне там еще поселений-то надо? Кроме его и 8, да? Ну и 8 он мне не скоро, скорее всего, отдаст в Испании. Так, порядок есть, все замечательно, перестройка пошла. Так, дальше. С этой стороны. Или элитную армию отправить туда. Царскую, например. Давайте его туда отправим. Здесь разграбим, освободим. Сюда кивем. Там как дела? Минус 28. Хреновенько. Так, у тебя как дела? Так, ты пока стоишь, куришь. Так, второй уровень.
храм. Совет племени. Так, погоди, а потом ничего не даст? Ну, да, нормально. Совет племени, значит. Палату воинов. И пищи еще. Нормально. Как-то вот так вот. Пока что застраиваемся. Так, ты стой, кури. Хотя можно, в принципе, на НЕС пойти ударить. Или вот здесь сначала разберемся, потом уже будем во Фракию непосредственно вторгаться. Так, римляне тут зашевелились вдруг. Че это с ними случилось, непонятно. Так, фракция вступает в войну Фриза, это понятно. Ты у меня там где, кстати? Экспедиция моя. Долго она еще будет плыть. Очень долго он будет доплывать, пока вступит наконец-то в какие-то сражения. Так, ладно, друзья мои, давайте тогда на этом сегодня нашу серию завершим. Всем спасибо, кто пришел, посмотрел. Не забывайте поддерживать видосик лайком и комментарием. Если интересно мое прохождение, то подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Ну а с вами был Консул. Всем вам здоровья, удачи и всем пока-пока.